сегодняшний рассказ вот отсюда. Мне безумно нравится в Пауле вот эта люстра. Сам Пауле по себе ничем не привлекательный. Пауле и Пауле. Это Пауле, по-моему. Нет, а что это? Но люстра тут прямо шикардосная. Это кафе. Вот. Выглядит, хочешь зайти тут чай взять? Нет. Продаются здесь вот такие вкусняхи. И само кафе достаточно интересно выглядит. Крупные хрустальные капли. Люба, как всегда, за чаем. Тут очень классное место, очень много всевозможных чаев. И мы прогулку начнем с того, что она купит себе свой любимый чай. Надеюсь, что в этот раз он будет теплый, а не холодный. У Любы получился прям очень-очень новогодний чай. Как будто там гирлянды, снег, я не знаю что. И даже ей вот тут стикер новогодний наклеили. Вот такие хитрые номера обычно у нас любят очень сильно вьетнамцы. Самый любимый у вьетнамцев номер — это все восьмерки. А мы идем... Или семерки, да. Но я чаще вижу восьмерки около Сапы. А мы идем вот туда, на елочку, и на тырх. Я уже много раз рассказывала и о Котве. Вот она. Вся такая блестит. И о Палладиуме. Могу даже ссылочку оставить, я о них подробно рассказывала. Сейчас я хочу только вот, как это выглядит все в Рождество. Вот там, по-моему, продают тримонских карпов. Можно глянуть. Всегда продают стандартно. Вот они вот так вот в такой полощице. Свеженькие и хорошенькие. Ну и тут очередь за карпами, да. Немного украшенные котвы. Котва, кстати, всегда горит как-то по-одинаковому. То есть украшения на ней... Прям я бы не сказала, что они новогодние. Они обычные. А перед Палладиумом, конечно, много елок. Сейчас дойдем. Надо сказать, что вот эти елки на Палладиуме, они из года в год совершенно одинаковые. Единственное, что они бывают там желтенькие. Не, понятное дело, что не искусственные, это просто там... Они бывают желтенькие, а бывают беленькие. А вот эта елка все время разная. Посмотрим, что у нас тут есть. Сварженные вина и кусок мяса жарится. Ой. Вот это классно, да, зимой. Мясо. Супер. Кстати, людей тут немного, не знаю почему. Потеплело, снега нет, может быть, людям надоело. Четверг. Не, но в четверг на Старомаке безумное количество. Это для приготовления рождественских сладостей. Вот раскатывать тесто любым удобным способом, с любыми картинками. Здесь, как всегда, шапки. Шарфы и всякое такое. Здесь стеклянные маленькие игрушки. Я их очень люблю, но они не рождественские. Это просто вот такие стеклянные игрушки. Котики. В общем, это красиво, но это не новогоднее. Елка выглядит в этом году вот так. Нет, по-моему, нет. Да, мы хотели тут большие шары. Я на Старомаке его, кстати, тоже не видела. Такая елка. Интересно, можно обедственный дом вместе с елкой его поймать? Ну, чуть-чуть можно. Красивую фотографию можно сделать. Сварженные вины, в общем-то, опять-таки, здесь ничего такого не продается. Здесь еда, 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 еда. Сыры, колбасы. Еще слышно, что я простужена. Здесь, в общем-то, тырх такой. На поесть. Поэтому и людей, наверное, много. Там есть за углом еще один, посмотрим. Точка по продаже карпов. Вот так они тут плавают. Это не тримонские карпы. Это какие-то другие. Вот так сетками их вылавливают. Там же парни их чистят. В общем, рождественское блюдо. Не видно, темное? А нет, видно карпов, вон они. Плавают. И тут есть. Вон там второй базар. Надеюсь, там будет поинтереснее. Здесь тоже более как-то выглядит
интереснее базарчик. Он маленький. Посмотрим, что на нем продают. Елочек тоже как-то нет. Тут продают прекрасные домики, я уже вижу. О, палачинки с кофе. Может быть, сейчас я куплю что-нибудь. Вот. Домики. Честно, тут как бы палачинки, сваржак. Опять-таки, тут все про еду. Ангус, какие-то арабские, всякие сладости, пряники. Не знаю, почему пряники на Новый год продают, но как бы вот, собственно, Рождество. Всякие орехи. Ну, ничего такого. Единственное, что красиво, вот, фонарь и угол обедственного дома. Это выглядит красиво, но потом туда еще подойдем. Красивую картинку, конечно, тут можно снять, вот так вот с фонариком. Можно даже вот с какими-то там... Вот. Ну, то есть картинку сделать можно интересную, здесь мало. Деревянные игрушки. Деревянные игрушки лучше покупать на Гавелском торге. Что-то меховое. Магнитики, ну, в общем, что-то туристическое абсолютно. Но картинка красивая. Вот, смотрите. Выглядит рождественски, новогодне. Гирлянды такие интересные. Но потому что продают, тут ничего интересного нет, к сожалению. Игрушек нет. И вообще ничего интересного нет на самом деле. То есть я не вижу ничего. Деревянные пазлы немножко, и немножко маленьких красивых домиков. Домики красивые. Очень-очень маленькие, но красивые. Вот так. Выглядит красиво. На самом деле все украшено, все так здорово. Огоньки везде. Подсвечено. В Палладиум мы не пойдем. Единственное, что в Луксор зайти и заглянуть. Книжку какую-нибудь купить. Не знаю. Обычный дом украшен немножечко, и на балконе на обычном доме стоит елочка. Где безумно народу, так это в Палладиуме. Все покупают какие-то последние рождественские подарки. Вот такая чудесная фотозона. Странно, что никого нет. Все в елочках, все в шариках. Палладиум всегда отличается тем, что он очень хорошо украшен. Людей везде. А в той фотозоне на лавочке. Не, ну лавочки не просто катаются, они не фотографируются. Вот тут еще одна фотозона. В общем, Палладиум украшен елки вверх ногами, да? Дивно выглядит. Но в Палладиуме всегда так, да. Не знаю почему. Такой вот у них дизайн. Зайдем, заглянем в Луксор. Старбакс, наверное, да, возьму кофе. И пойдем уже с кофе. Это прямо в Луксоре. Вот, прямо кое-какие вещи за стеклом, а кюб просто без стекла, вот. У меня есть видео, я рассказывала об этом романском доме, о том, как его археологи нашли, достали. Оставлю ссылку. Люблю это место. То есть такое живая история, можно даже рукой пощупать. Немного новогоднего или рождественского Старбакса, скорее рождественского. У нас как-то Сильвестр, Новый год, его не очень отмечают. А вот... Виды, конечно, не очень красивые, но... Мой кофе, кстати, не менее новогодний. Вот такой красивый. О, супер. Я уже рассказывала и про остатки дома романского. Вот там вот как раз я на них сейчас камеру направила. Вот они. И сюда я рассказывала, когда здесь кафе не было, сюда кафе вернулось. И вернулось очень необычно. То есть сейчас здесь... У меня есть кадры, работает официант в виде автоматического котика. Офигенно, так мило, такое ня. Обязательно поставлю сюда кадры. Начался дождь. Обедственный дом, елочка. Сейчас пройду мимо.
Вот так красиво выглядит. Смотрите, какой кадр красивый. Ах, красота. Если бы еще дождь в лицо не фигачил, вообще была бы сказка. Мы хотим пройти по народной тщеде, но если дождь усилится, мы, наверное, плюнем на эту гениальную идею. Господи, да, не по народной тщеде. По пшикапу. Мы хотим пройти там, да. И я про прикап тоже очень много рассказывала. Тоже можно найти на канале. О, как льет! Ну, неприятно, но там очень красиво. И хочется посмотреть. Очень интересно смотреть старые картины, когда вот еще не было обычного дома. И какие здесь стояли здания. Прям шикарно. Очень интересно. Ну что же, типичное чешское Рождество. Ливень. И все-таки мы убегаем, мы уедем отсюда. Пешком гулять нет никакой возможности. Зонт мы с собой не брали. Мы просто промокнем и заболеем еще раз. Нам этого не хочется, потому что завтра мы собираемся ехать на рыбовку. И в этот раз я рыбовку для вас обязательно сниму. Ну, в общем, на рыбовке, да. Я не думаю, что я сниму все. Вот еще немножечко вам красивые картинки. И на сегодня будет такой коротенький вложик. Вот еще немножечко картинки. И мы в метро. И домой. Все, до завтрашних рыбовок. Нет, вот не дают нам таки уехать. Смотрите, какая прелесть у нас ездит. О-ху! Рождественский трамвай. Вот теперь точно все, потому что мне даже камеру заливает дождем. Я не знаю, видно или нет, как он падает. Мы решили сделать для себя небольшую экскурсию, поехать автобусом через город. Ой! Трусит, я понимаю, что вам не очень интересно, но вот, например, вот в этой гимназии, мимо которой мы сейчас едем, Люба выиграла свою первую олимпиаду математическую. Вообще глаз цепляются за елочки, уже за знакомые кафешечки. Вообще балкончики. Видишь, радуешься. Это вино, что с ночи сменива на лих. Снад над ранем на дне се дочту, что в кастлику ангельскую почту мам. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí. Že po prvním slunci se nadechnem a kometa zamíří nad Betlem. Tu, zatím počítá. Světla, kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu a tak. Tu. Tak podej mi ještě ten kalich. S nocí se měnívá na líh. Snad na dně se perlama zaleskne, pak vyměním veselé za teskné písně. Tu. A pak hoře se skutálí do jedné básně. Ta báseň se vsákne a na zemi zasněží. A po prvním slunci a s první tmou ta kometa zamíří nad Letnou. Tu, zatím počítám nebe, pusy, co nedostanu, miluju tebe.
podej, podej mi ještě ten kalich. To víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu má. Затем почитам небе. Извините, сколько не езди, все равно приезжаешь к своему родному торговому центру. Ну, то есть, нам ближе всего Ходов. И такие мы приехали опять в Ходов. Нам нужен корм для кедра, нужен корм для кошки. Корм не для нас. Сейчас пойдем. Дождь не прекращается. Льет просто как из ведра.